Открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок чемпионов» пройдет в городе-курорте с 18 по 20 октября. В соревнованиях могут принять участие команды спортивных школ и клубов из любого города России и стран зарубежья. Состязаться гимнастки будут в личном первенстве и в групповых упражнениях. Победителей определят в каждой возрастной категории. Они будут награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Организатором соревнований, которые проводятся при поддержке администрации Анапы, выступила Федерация художественной гимнастики города-курорта Анапа. Заявки принимаются по электронной почте, справки по телефону 8 988 333 40 30.